Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы вновь играем в Angry Birds Star Wars. Короче, у нас осталось два эпизода, вот эти вот два, и Moon of Ender сегодня эпизод будем проходить. Его действие происходит по событиям фильмов, это шестой эпизод. Это Джабба, типа, короче. Так, во-первых, Хан Соло у нас улучшается, теперь синими пулями стреляет, которые наносят больше урона. Ну и, кстати, мы также в прошлом выпуске улучшили Люка. Он получил зеленый световой меч. Вернее, он его получит, когда мы дойдем до уровня, где он появится. Так, короче, действие... Место действия — это такой вот лес. Планета Эндер, я так понял. Не уверен, что она называется так. Я давно смотрел, уже не припомню, если честно. Блин, она не может разрушиться. Давайте-ка по-другому. О, сдох все-таки, отлично. Заново не пришлось начинать. Так, и... Господи. Жаль, не убили никого. Ну-ка, может, это полетит хорошо? Ну-ка, давайте-ка немного повыше запульнем, и, может быть, тогда она получше полетит. А, нет, не сорвалась. Еще раз. Не долетела немножко. Эх, этот, жаль, не сдох. И заново. Да, заново. О, сейчас получше полетела эта штука. Прям вот реально получше. С одного раза все сдохли. Вот оно, о чем я и говорил. А, только здесь он почему-то в этих, по-прежнему в белых этих. Хотя он в черных уже теперь. Так же, как и в фильме, он там в шестом эпизоде в черном костюме был. До этого был в белом. Во-первых, этот меч зеленый, он
Он. У него длина больше. Поэтому он, блин. И поэтому он более полезен. Только может так сделать. Вот, да, так было лучше. Эпично подстрелили его сейчас. Я имею в виду Хана Соло, его эпично подстрелили. А, но, к сожалению, один остался и сеть. Так что пробуем еще раз. Вот так-то. Тогда вот так делаем. Блин. Ну и, кстати, этот меч немного другой звук издает. Теперь. В Angry Birds Star Wars 2, кстати, которую мы проходили. Я думаю, после прохождения первой части мы пройдем еще главу этот «Управляй своей судьбой», и это призовую надо будет пройти. Но я, видимо, на телефоне буду это делать, с телефона записывать, потому что на компьютере, на эмуляторе не хочет она работать. Там, короче, было три варианта люка. Люк-пилот, он выглядел как в костюме повстанца был. Ну, только он был похож на повстанца, но красный, естественно. И он был как люк со синим мечом здесь. А вот был еще люк на Эндере в зеленом костюме, у которого меч был зеленый, но он им два раза взмахивал. Вот так. И был еще люк, которого мы видим здесь. Вот тоже зеленым мечом, но он три раза взмахивал там. Самый дорогой люк, короче. О, бонусный уровень открылся. 385 звезд, следующий после 480 звезд. Так, куда бы лучше стрельнуть? Тут везде камни, это... Хорош. Не вышло. Попробуем еще раз. О, вот это было гораздо лучше. Во, вообще отлично получилось сейчас. Вот это шикарно прям получилось. Так, ладно, давай. Что там дальше? Возвращаемся обратно. Конечно же, три звезды. Как-то
надо так стрельнуть, чтобы попасть туда. И я попал. Какое счастье. Так. Здесь, кстати, в отличие от предыдущих эпизодов, 30 уровней, а не 40. То есть этот эпизод короче предыдущих. И эпизод Death Star 2 тоже из 30 эпизодов состоит. Уровней, не эпизодов, уровней. Так, байкер-разведчик, собственно говоря. Он, кстати, является играбельным персонажем Angry Birds Star Wars 2. Но мы за него не играли, поскольку я не старался не нарушать канон. Но он там есть. И в главе «Управляй своей судьбой» мы будем там вообще за всех играть. Всех персонажей же показать нужно. Блин, неудачно я сейчас сделал. Отлично, отлично. Какой-то у нас уровень, кстати. 12-й. Ну-ка, вот сейчас эпично будет. Не сломался, я думал, эта штука сломается от подпадения на землю. Ой, явно нужно магнитить эти штучки. Бревна эти здоровенные. Вот так вот. Отлично. Налегке проходится, в принципе, все это сейчас. О, золотое яйцо. Мы должны достать его. Но надо постараться это сделать. Надо как-то вот что сделать. Закинуть эту фигню, чтобы она сломала эту фигню. А, блин, она же теперь загородила эту фигню. Ладно, может, попытка другая увенчается успехом. Нет. Не сразу. Еще раз надо. До туда явно не долетит она. О, вот так-то лучше.
А тут даже на этом уровне даже объекты есть из эпизода, который мы проходим. Нет, лучше в динамит, наверное, попадать. А еще лучше вот сюда. Чтобы эта штука расстреляла здесь все. И всех. Блин. Жаль, не долетела. Эх, не получилось. Еще раз надо. Отлично. Так, продолжаем. Блин, осталось висеть на это. О, сейчас далеко прям упадет. А, следующий ролик у нас идет. Да, был эпизод с вот этими медвежатами, я забыл, как они называются. Уикет, по-моему, или как их там, блин. Что они C-3PO, короче, оставили сюда этих. Было что-то такое, короче, в эпизоде в том. Но я не припомню, что там было именно. Но что-то было похоже, действительно. Появились батуты, при прыжке на которых выскакивают вот эти самые существа. В любом случае, Люк не долетит до этого батута, скорее всего. А, нет, долетит. Еще как долетит. Да, штука стреляет себе в ногу. И уничтожит сейчас саму себя. Но не успела. Так, о, три батуты. Ничего себе. А, и сейчас вот эти штуки все упадут. И прям этим. На этих. А, ну нет. Они друг в друга врезаются и поэтому не могут долететь. Так.
Ладно, придется лететь самим. Блин, этот живой остался. Да без этих брёвен обойдемся, в общем. Да блин, какое говно, а? Этот остается живым. Не, надо было дальше стрелять. Вот сюда, например. Ну, один сдох, теперь не сдох другой. Фигово, фигово. Да ёперный театр, а. Оттолкнём эти штуки еще раз. О, сейчас что-то долетело. Но не очень значительно. Да что ж такое, а? В одного попадаю, в другого не попадаю. Даже отстой. Ну, этот живой теперь остался. Так, бесит. Этот уровень сложноватый немного. О, сейчас лучше нам надо. И сейчас на него, может, упадет. А, нет, она упадет туда. Но ничего, сейчас точно попадем. Все. Это было сложно, очень сложно. Блин, куда ж ты стреляешь-то, дебил? Четко прям подстрелил.
Это у нас какой уровень? 21. Уже не так много осталось. Пишет. Не могу сейчас отвечать. Не могу. Блин, думал. А, еще один есть. Ну, это легко было достаточно. Ногой прям на него, да. Так, по-другому надо сделать. Не, не очень удачно получилось. Может, эти надо убрать? Давай, давай, давай. Блин, я надеялся, что в динамит попадет. Один жив остался все-таки. Да ну его, хэ нафиг, короче, не получается это так просто, ему. Жаль, не взорвался. Во-во, теперь отлично. Это четкое прицеливание было. Ой. Thank you.
Ну-ка. Блин, да что ж такое, а? Блин, не долетел. Ладно, этот удар был неплохой. Так, сейчас вот это бревно, короче, на него упадет. На эту штуку. Который, видимо, сейчас уничтожит саму себя. Так, ну все, этот уровень прошли тоже. Две звезды. Сколько еще осталось? 26-й это у нас. Отлично. Отлично, отлично. О, три звезды даже, обалдеть. Так, ой, вверх ногами висит, ну, совсем замечательно. Значит, сейчас всех обстреляет. А, нет, не обстреляет. Отлично. Ну, налегке проходится все достаточно. Разве что не, если не считать тот уровень, где надо было бревна идти, типа, на батуты скатывать. Там-то сложно было, а в остальном-то довольно все легко. Ой, обалдеть. Их двое уже даже. Отлично, четко прямо двоих. О, а может вот так сделать? Может эту бошку наоборот туда направить? Она же тогда веревки обстреляет. И это более эффекта даст. Вот, я же говорил, все попадали. Вот этих только осталось. Взять. И...
О! Последний уровень. Блин, не сдох. Я за один остался, жалко. Ну, короче, как вы поняли, надо вот эти... Надо разрушить этот домик коричневый. Застряла эта фигня внутри там. Все. Станция взорвалась. Я не помню, что там они взрывали в 6-м эпизоде, но там в лесу тоже какой-то здоровенный бой происходил, я помню. Так, остался последний эпизод. Я думаю, может его даже в следующем выпуске пройти. Ну а пока закончим. Давайте посмотрим, что у нас тут новенького появилось. Ну, во-первых, вот это. Во-вторых, вот это. Вот это. И вот это, естественно. На сегодня все. С вас Легос подписался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, спадем ВКонтакте. И всем пока.